Добрый день, Алексей Пашков на связи. И сегодня, как я и обещал, мы с вами поговорим о знаменитой картине Рембрандта из Эрмитажа, которая вроде как Даная, но это не точно. Если вы слушали полные версии моих лекций, то вы многое об этом уже знаете, потому что я много раз об этом рассказывал. Если не слушали, я, конечно, такую инертность не одобряю, но, тем не менее, кратко повторюсь. Даная, которая изображает, как принято считать, героиню греческого мифа, вы помните, ее заключают в башню, к ней является Зевс, царь богов в виде золотого дождя, у них рождается сын Персей, ну и далее по тексту. Так вот, то, что картина Рембрандта из Эрмитажа изображает Данаю, это действительно не точно, как в современном хэштеге. Дело в том, что атрибуция этой картины, она с одной стороны основана на довольно-таки невнятном упоминании о том, что в доме Рембрандта, на тот момент, когда его имущество было описано, как вы знаете, Рембрандт к концу жизни прошел через процедуру банкротства, и имущество его пошло с молотка, так вот в описи имущества значится некая картина «Большая Даная». Но вот соотнести эту скупую строчку с картиной из Эрмитажа, это довольно проблематично. Да, эрмитажное полотно действительно большое, и да, оно вроде как похоже на Данаю. Вместо золотого дождя здесь золотой свет, который заливает комнату, но это же где-то близко. И да, конечно, вы можете знать о том, что первоначально картина, скорее всего, действительно изображала Данаю, потому что на рентгене видно, что в левом верхнем углу действительно был золотой дождь, но в итоге-то Рембрандт картину переписал, и мы с вами сейчас говорим о том, что изображает вот этот, последний вариант полотна, а он на Данаю уже не слишком похож, потому что, повторяюсь, Зевса нет, золотого дождя нет. И тут начинается интеллектуальная игра. Подобрать сюжет из мифологии, из литературы, откуда угодно, который хорошо ляжет на картину. Вариантов было предложено немало. Я говорил о том, что один из моих любимых – это Зевс из Семела. Тоже из греческой мифологии. Семела – это мать Диониса. Вариант красивый, но сегодня мы не о нем. Дело в том, что практически все европейское искусство стоит не на трех, а на двух китах или слонах. В общем, два источника у него и две составные части. Это античная мифология, с одной стороны, и христианская, мифология, с другой стороны. Может быть, мифология не самое удачное слово, но христианские сюжеты. И подавляющая часть этих сюжетов пришла, естественно, из Ветхого Завета. Книга, с которой нам нужно бы быть знакомыми гораздо подробнее, чем это обычно по факту происходит. Потому что многие из тех, кто считают себя людьми верующими и воцерковленными, тем не менее, почему-то с Ветхим Заветом знакомы довольно поверхностно, по моим наблюдениям. Конечно, это касается не всех. Но, тем не менее, зачастую сюжеты, пришедшие оттуда, для нас становятся большим сюрпризом. А между тем, именно из Ветхого Завета пришли не одно, а целых два возможных объяснения этой картины. Существует версия, согласно которой изображены здесь Авраам и Сара. Это из книги «Бытия», соответственно, точнее, Авраам, Сара и Агарь. Сара и Агарь, простите, самого Авраама здесь нет, он как раз должен войти. Да, дело в том, что в книге «Бытия» сказано, что у Авраама и Сары уже почти столетних на тот момент нет детей, и Сара предлагает Аврааму молодую рабыню Агарь, чтобы она подарила ему потомство. И считается, что старуха на заднем плане – это как раз Сара, молодая женщина на постели – это Агарь, и вот полог шатра открывается, и сейчас Авраам войдет. Это одна версия, но есть еще и вторая, менее убедительная, сразу скажу, но гораздо более веселая, потому что, согласно второй версии, картина эта изображает сцену из книги «Тавита». Эта книга многим даже по названию не знакома. Справедливости ради, в православной церкви, по крайней мере, она считается неканонической, насколько я знаю. Она иногда включается в состав Ветхого Завета, но скорее как книга
полезная вот в качестве морального чтения, но не обладающая религиозным авторитетом. И понятно, почему так происходит. Действительно, сюжет этой книги по тональности очень сильно отличается от других ветхозаветных книг и гораздо больше похож на сказку. Сразу скажу, если вам знакомо имя Кэмпбелла и понятие «путь героя», так вот, описанные в книге Товита события абсолютно четко укладываются в схему этого самого пути героя. Главный герой слышит зов, отправляется в путь, находит помощника, преодолевает препятствия и возвращается измененным. Вот все это в книге Товита есть. О чем конкретно идет речь? Конкретно речь идет о том, что главный герой книги, Товит, человек хороший и набожный, который занимается всяческой благотворительностью постоянно, слепнет. После этого он своего сына Товия, то есть есть Товит, есть Товий, важно не перепутать. Так вот, Товия он отправляет к старому другу, которому он в свое время отдал на сохранение серебро. Ну, потому что он слеп, он больше не может обеспечивать семью, хочет деньги забрать. Товий отправляется в путь, но не один. В качестве спутника ему посылается ангел Господень. Правда о том, что это ангел, естественно, никто не знает. Тот принимает облик человека. По пути им встречается некая гигантская рыба, которая хочет Товия проглотить, но вместо этого сама оказывается выпотрошенной. И эта рыба впоследствии будет использоваться во всех приключениях Товия, потому что ангел говорит ему, с помощью, по-моему, желчи этой рыбы ты сможешь вернуть зрение отцу. Кроме того, печень рыбы тоже сохрани, она пригодится. А дальше следует как раз-таки эпизод с Сарой. Но не с той Сарой, которая жена Авраама, с другой Сарой. У этой другой Сары есть проблема. В нее влюблен демон. Да, в Ветхом Завете есть и такое. Демона зовут Асмодей. Надо вам сказать, что многочисленные имена различных демонов, которые используются в эзотерических трактатах, они в основном пришли как раз тоже оттуда, из Ветхого Завета. Что означали все эти имена изначально, ну, это отдельный интересный научный вопрос, которым мы сейчас заниматься не будем, но упомянем, что Асмодей и в русской литературе периодически упоминается, ну, иногда в более серьезном ключе, иногда в менее, и в европейской эзотерике тоже, например, в одном трактате, посвященном как раз классификации демонов, трактате уже в 19 веке, если я не ошибаюсь, изданном, есть вот такое изображение Асмодея. Симпатичный, правда? Но это, конечно же, фантазия гораздо более позднего художника, в Ветхом Завете Асмодей никак не описывается. Точнее, не описывается его внешность, зато описываются его повадки. А они у него неприятные. Всех женихов, которые попадают в комнату Сары в первую брачную ночь, он душит. И таким образом задушил он уже семерых. Вообще странно, что после второго они продолжали пытаться. Но тем не менее. Сара весьма огорчена по этому поводу, потому что семейная жизнь с Асмодеем тоже у нее явно не складывается, а больше никого он к ней не подпускает. И вот как раз-таки Товия становится женихом Сары. Он по совету своего спутника перед входом в комнату жжет печень этой рыбы. И вот этот магический обряд своеобразный изгоняет Асмодея. Демон убегает, Товий женится на Саре, между любовь. Потом он возвращается в свой родной дом и возвращает зрение отцу. Если вам уже вот на данном этапе кажется, что все это действительно больше похоже на какую-то сказку волшебную, то, повторяюсь, я с вами согласен. На традиционный библейский рассказ это не очень смахивает. Но, тем не менее, эта книга часто становилась источником вдохновения для художников. И в качестве примера приведу вам еще одну картину, которая, что характерно, тоже находится в Эрмитаже. Буквально в трех залах от картины Рембрандта. Вот, пожалуйста, Товия возвращает зрение своему отцу. То, что Товия, видно сразу. Видите, в правом нижнем углу выпотрошенная рыба. Та самая, желчью которой он капает отцу в глаза, чтобы его излечить. А теперь возвращаемся к тому, с чего начали. Каким образом картина Рембрандта может изображать историю Товии? А по-моему-таки очень даже может.
Смотрите, молодая женщина на постели – это, соответственно, Сара. Открывается дверь в комнату и льется свет. Тут на самом деле возможны разные варианты. Можно сказать, что это свет от кадила, на котором Тови жжет печень рыбы для того, чтобы изгнать демона. Можно наоборот предположить, что свет знаменует появление самого демона. Ну, что-то сверхъестественное как бы проникает в комнату Сары. Кто старый человек на заднем плане? Сразу скажу, что может быть это старуха, а может быть старик. Откровенно говоря, разобрать сложно. Ну, я предположу, что это отец Сары. Потому что в книге Тови есть упоминание о том, что отправив Тови в комнату дочери, он чуть позже заглядывает туда, предварительно велев своим слугам вырыть на дворе могилу, потому что ну, семерых предыдущих-то женихов задушили, и он более-менее уверен, что и с Товием произойдет то же самое, и заглядывает в комнату проверить, как оно там у них, а у них там оказывается все хорошо. Ну вот, можно предположить, что это, соответственно, отец старой Сары. На эту версию играет очень хорошо и изображение ангелочка над кроватью. Над символизмом этого ангела бились многие искусствоведы. Заметьте, там ангелочек, ну или купидончик с крылышками, но он плачет, и у него связанные руки. Что это может означать? Ну, в разных версиях этому находят разные объяснения. В нашей с вами версии все абсолютно понятно. Он оплакивает семерых задушенных женихов Сары, а его связанные руки символизируют тот факт, что демон Асмодей, ну, как бы привязал к себе эту бедную женщину и никуда ее не отпускает и никого не подпускает к ней. Кроме того, мне кажется, что выражение лица женщины на постели тоже очень хорошо с этой версией согласуется. Я здесь, конечно, скатываюсь в субъективизм, что называется. Может быть, вы всего этого на ее лице и не увидите. Но мне кажется, что лицо это смесь страха и возбуждения, какого-то напряженного предчувствия. Что, согласитесь, очень хорошо ложится на сюжет о Тови и Саре. Ей страшно, ну потому что, повторяюсь, семеро предыдущих женихов. Но с другой стороны, она надеется на что-то новое, на то, что, может быть, в этот раз получится, что магический обряд Тови все-таки сработает, и отсюда вот это радостное и возбужденное предвкушение. Мне кажется, все совпадает прямо очень и очень хорошо. Ну и, наконец, с личной жизнью Рембрандта, с которой часто исследователи пытались соотносить вот эту вот картину, это, в общем-то, тоже более-менее совпадает. Считается, что ведь для окончательного варианта картины Рембрандту позировала его любовница Герси Диркс, которая попала в его дом в качестве воспитателя его малолетнего сына, а потом у них завязался роман. Ну и согласитесь, что изобразить ее в виде женщины, спасаемой вот этим вот героем Тови от демона, это могло служить прекрасным намеком на то, как сам Рембрандт, ну, так сказать, возвышая ее до себя, а все-таки Рембрандт был человеком богатым, успешным и очень уважаемым, вот эта параллель, мне кажется, тоже вполне может здесь присутствовать. Рембрандт как бы говорит, что как Тови спас Сару, так и он спасает свою новую возлюбленную Герси Диркс. Вы, конечно, можете сказать, что все это не более чем пустые гипотезы и воздушные замки. Ну, что я могу ответить? Все искусствоведение занимается воздушными замками, но они же красивые, эти замки. За это мы искусствоведение и любим. В любом случае, теорию Стови придумал не я, я вам ее только пересказал, поэтому в меня можете ничем не кидать. А главный, наверное, вывод из сегодняшнего видео заключается в том, что нам всем с вами не помешало бы освежить в памяти ветхозаветные сюжеты. Потому что, повторяюсь, половина великих произведений искусства, ну, примерно половина, в своей основе имеют греческую мифологию, но вторая половина опирается на истории ветхозаветные. Поэтому, не разбираясь в них, мы с вами подобны человеку слепому на один глаз. А кому же хочется быть слепым на один глаз?
на этой оптимистичной ноте я вас оставляю с новыми знаниями. Если они оказались интересными и полезными, можете как-нибудь хорошо на это видео отреагировать. Мне будет приятно.